Это будет супер крутой выпуск. Очень приятно, что мой блог находит в вас отклик. Несколько курьеров мне уже написали в Инстаграме. Я собрал истории на 2 выпуска точно вперед. Но сегодня я вам расскажу только одну историю, зато какую. До кризиса и сейчас я работаю интернет-маркетологом, в целом занимаюсь проектами, привожу клиентов в бизнес. Для меня прежде всего интересно, как сыграет красивая картинка не только в рекламе, но и в жизни. Это Олег, ему 25 лет, и он доставляет заказы на Мустанге. Я приношу радость людям, люди просто реагируют очень классно. Матных слов не сдерживаю, действительно люди радуются, люди кайфуют, снимают, забывают даже о том, что заказ надо забрать с Яндекса. В 2010-2011 тоже занимался хип-хопом. Танцами. Смотрю запись такого, оба новенькая, думаю, блин, кто там меня перебил? Смотрю там канал Петербург, там посмотрел, фига себе, хореограф, там, прям театр там. Я вот тебе отписал, говорю, там, респект от верного Станги. Все, и вот мы с тобой встретились. Вчера пришло долгожданное пособие по безработице. 1500 рублей. Купил микрофон. А у нас тихий час. Глазки закрывай, Доезжаю во двор, говорю, я приехал, я на красном Мустанге, уходи, выходите. И он мне говорит, типа, да вы меня обманываете, типа, какой вы на красном Мустанге? Я говорю, вот послушайте, я порычу, вы найдете меня. Я порычал, и он просто вот минуту где-то молчал трубку, вот просто не может поверить в это. Говорит, типа, а как так, а что это за акция от Яндекса? В первый раз в жизни сейчас поеду на Мустанге. Девочки, расслабьтесь, у Олега есть прекрасная жена и сын. Она очень полюбила эту машину. Просто от того, что она есть такая классная, она любит вот такие, так скажем, машины с энергетикой, которые вот могут тебя завести и как-то вот прям вот, ну, прокатиться. Вот мы любим просто вечерами прокатиться в спокойненьком темпе по городу всего. И она обожает эту машину. Вся семья моя полюбила. Когда я приехал к папе, он просто там погазовал, там кайфанул, так вот. Не, ну в принципе, как на моем Пежо. Нужны клиенты всем, да, любому бизнесу, который сейчас в пандемию работает. И поэтому заработок, он как таковой в интернете, он не упал. Поэтому, естественно, как бы я работаю на основной работе большее время и посвящаю в какое-то свободное время данному, так скажем, я просто занимаюсь это как хобби. То есть мне это интересно, мне это нравится. Это, как я и повторюсь, это некий мой личностный проект, личностного роста. То есть для того, чтобы как-то пойти вверх и развиваться. То есть неважно, там, какой у тебя статус, там, какая у тебя тачка, какая у тебя квартира, какое и прочее. Ты можешь абсолютно давать людям радость, ты работать можешь на абсолютно любой работе. А кстати, этот выпуск заряжен на успех всех тех, кто сделает репостики. 12 тысяч заказов равно это Мустанг. И даже иногда потралливаю деливери, говорю, ты не там работаешь, чувак. Я говорю, переходи на желтую сторону.